известна судьба приднестровца, пострадавшего в ДТП в Черниговской области. Напомним, авария на трассе Чернигов-Городня-Синьковка произошла в ночь на 8 февраля. Дорогу не поделили фура и пассажирский автобус, который следовал рейсом Тирасполь-Москва. Экспертиза подтвердила, виноват водитель фуры, гражданин Сербии. Он не уступил дорогу. Столкновение лобовое и фатальное для обоих водителей. Они погибли на месте. Пассажиры автобуса в момент аварии спали. Пострадавших на время расселили в соседнем селе в 20 километрах от места происшествия. Позже за ними выехал другой автобус, но продолжить путь смогли не все. С тяжелыми травмами в Городнянскую больницу был доставлен житель Тирасполя Сергей Бурдужа. Доставлен экстренную медичную допомогу, у него відмічалось падіння артеріального тиску. І в зв'язку з відсутністю у нас анестезіологічної допомоги, фури і супроводі лікаря-хірурга, доставлений в Чернігівську обласну лікарню. О 2:34 він поступив, і в 4 години його перевели, транспортували в Чернігівську обласну лікарню. В Черниговской больнице нам рассказали, пациент переведен в отделение нейрохирургии. Его состояние стабильное.